этом поколении, так скажем, обычно часто встречается отношение к молодому поколению негативное. Ну, потому что другое время, как говорил Владимир Владимирович, другие машины, другая еда, сейчас лучше намного. И вдруг, совершенно неожиданно, мы делали фильм документальный, когда великий делится своим опытом с молодыми. И вы спросили, Валентин Иосифович, молодые артисты, как вы относитесь к молодому поколению? И вдруг у него закрылись глаза, и он сказал так просто о том, что да, совсем другие, но это здорово, мы тоже были другие. Я подумал, какое еще удивительное качество, в котором я в нем раньше, может быть, и не замечал. У него нет ни зависти, ни к молодости, ни к чему-то другому. Мне кажется, что это плеяда, конечно же, больших артистов, огромных титанов, на опыте которых мы учились, смотрели их, она уходит, к сожалению. Владимир Владимирович один из самых последних, достойных людей, но остается память, остаются его стихи, остаемся мы, кто его видел, кто его помнит, кто его любит. Так что Валентин Иосифович здесь со мной. И передайте, дорогой Валентин Иосифович, привет Олегу Павловичу.